Во время поездок в кругу друзей много снимков с семьей. Таких фотографий на странице Расима Минвалиева в социальных сетях немало. Судя по отметке, в последний раз он заходил в свой аккаунт 13 августа в 21:01. Через несколько часов его обнаружат мертвым. Установлено, что убитый является сотрудником ГИБДД, который находился в гостях у подозреваемого в свободное от службы время. В настоящее время в управлении МВД России по Нижнекамскому району проводится служебная проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего. По одной из версий, полицейский был в гостях у троюродной сестры. Родственники выпивали ближе к ночи. Мужчина хотел пойти домой, но его уговорили остаться. Чуть позже сотрудника ГИБДД задушили во сне. Потеряли друга, товарища, командира. Для сотрудников Нижнекамского ГИБДД смерть коллеги стала большой трагедией. Здесь Расим Минвалиев проработал почти 10 лет. Начал путь от стажера и дослужился до заместителя командира взвода. Погибшему было 33 года. У него осталась жена и двое детей. Подозреваемый, по словам полицейских, задержан. Ночью 14 августа в дежурную часть управления МВД России по Нижнекамскому району поступило сообщение об убийстве. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали ранее судимого 40-летнего местного жителя. По словам нашего источника, это супруг сестры погибшего. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас проводятся мероприятия по установлению причин произошедшего. Александр Халин, Марсель Джураев, новости НТР.